Всем здорово, братва, сегодня с вами я, Влад Гантеля. Блять, хуевое начало. И всем привет, братва, и это я, Влад Гантеля. И сегодня, ну, впрочем, как и всегда, теперь мы будем играть на Эверест Roleplay. Опишник этого сервера будет в описании. Также, пацики, при заходе, когда заходите, промокод хэштег Гантеля, и вы получаете много интересных плюшечек. Таких как вы получите, в принципе, неплохую денежку. Также вам дадут скиллы на дигл, ну и права. А это для начальных уровней самое главное, пацики. Так что давайте. Хэштег Гантеля. А мы начинаем. Итак, пацики, как вы можете посмотреть на мою денежку, у меня ее так много. Мани-ма-мани-мани-ма-мани-мани-мани-мани. И теперь, пацики, на эту денежку я хочу себе прикупить дом и машину. Ну и уже как-то петлять. Так что поехали себе выбирать ебанутый пентхаус, нахуй. Итак, пацики, ну а пока мы едем выбирать себе ебанутую хату, чтобы там висеть, сука, вообще очень долго, я вам скажу пару слов про этот сервер. Мне он очень нравится. Ну, на этом все. Я же обещал пару слов, а я пиздеть не буду. Сервер охуенный. Так что, пацаки, заходите играть. Опа. Ну, такой пентхаус неплохой. Так, а что у нас тут по цене? Там-тарам-там-там. Там-тарам-там-там. Да ну нахуй. Очень дорого. Неебически, сука, дорого. А вот и домик, мне этот нравится. Там-та-там-та-там-та-там. Там чики-чики-буки-буки-бу. Ладно. И... Тун-тун-тун-тун. Та пох. Вы успешно приобрели данную недвижимость. Владелец Гантеля Ашер, пацики. Еее. Войти в мой пентхаус. Уфу. Короче. Ну, тут я буду шпилить, тут я буду висеть. Тут что-то похавал, помутил. Что у нас тут еще на первом этаже есть? Это нахуй надо выкинуть. Тут я буду хавать. Один, блядь. Без никого. Тут я буду чисто висеть под музон, сука. Так, что у нас по этим комнатам? Тут что? Тут я буду спать. Тут я буду тоже спать. Ну а здесь я буду какать. Как срут нормальные пацики на унитазе. Ту-ду-ду-дун. Все, не время срать. Пора покупать тачку. Итак, пацики, а вот мы возле автосалона. И сейчас мы купим себе ебанутую тачку, нахуй. Я вам отвечаю. Поехали. Итак, джип, купе, пикап, седан, универсал, фургон, мототранспорт. Купе, седан, джип. Седан, наверное. Итак, поехали. Говно, говно. Неплохо. А говно, 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 говно. А вот это мне нравится. А вот это неплохо. Покупаем. Е. Конечно. А вот, пацики, это мой автомобиль. Ты себе этот трек на MP3 плеер скинь. Слушайте этот приятнейший, сука, звук. Конечно. Фу.
теперь у меня тупо черная, сука, BMW, ебать. Красиво, да, смотрится? А теперь, братва, мы сейчас поедем, поставим ее в гараж, зайдем домой, пописаем и пойдем тачку ебануто затюним. Смотрим. А вот, пацаки, я и в своем гаражике. Едем, а стоит черная бешечка, сука. И мне кто-то еще хуярит ВК. Поехали, тюнить эту малышку. По последнему писку моды. Поехали, нахуй. Поехали. Ха, цвет. Цвет не зарясок. А второй цвет это какой? Это мне похуй. Paint jobs. Не, вот это все нахуй, ну съебитесь, ебать. И шу я покрасил, сука. Аэрография недоступна. Недоступна. Опа, а что-то могу. Гидравлика. Купить, конечно. Это уже есть. Нитро. Купить, конечно. Опа, диски. Колпачки. Что мы тут себе можем? Ну, вот это. Конечно. Нихуя нема. Да ну, блядь, все, спасибо. Что, сука, даже не отремонтировали мне тачку? Ну что, пацаки, теперь будем летать. Вот это шо, вот эту скорость разгоняем. Батька, пацика. А теперь, пацаки, у нас все осталось два лямчика. И мы... Правильно, проебем их в казино. Помчали, братва. Также, пацаки, мы себе зачиповали тюнинг, удалили катализатор. Ну, остальные вот эти писечки мы будем делать позже. Здесь мы также сделали керамические колодки, поставили и спортивные тормозные диски. Это такой сейчас спорт будет. Ну, и тут вы все сами видите. Теперь наша тачка, сука, скорость нахуй. Съебался отсюда, сука. Диги-диги драгу нахуй. Ну шо, теперь в казино едем, пацаки. Хопа. Просто гляньте на эту скорость, нахуй. Уже тулит неплохо, да? А что ты там стреляешь, сука, иди драгу, нахуй. Вообще, пацаки, знаете, я ехал и понял, что все-таки в казино надо приезжать на такой тачке затюненной. Чтоб просто все подруги тебя видели и уже обсыкались. Поехали. Будем делать все просто по максимуму. Купить. Купить. У нас там бабла немерено. Пусть я лучше меньше проиграю в казино, но лучше затюню свою малышку. Купить. 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 Ну, и что интересно, ты нам тут сейчас можешь показать. Сейчас мы выйдем напрямую где-то. Допустим, здесь. И давай, keep me level, baby. Неплохо. Ну все. А на такой тачке уже можно петлять в казино. Поехали. Теперь keep me level, baby, сука. Помчали.
Ну вот мы возле казино, соответственно говоря, блядь. Вышли, закрыли. Все. Бенза похуй много еще. Помчали играть в казино. И пацики, поехали. Рассказываю прикольчик. Ставим на красное, косарь. Ты это барабанная дробь заебала. Есть. Выиграли. Теперь по принципу ставим еще раз на красное, только уже 2000. Помчали. It's my boy, baby. А вот теперь ставим на черное. 1000 опять. Поехали. А вот теперь ставим на черную 2000. Давай, разгоняй, разгоняй, сука. Я должен выиграть по-любому, сука. Опять красная. А вот теперь, пацаки, ставим десятку на черное, и мы выигрываем по-любому и окупаем все наши проигрыши. Или нет? Да твою мать, блядь, сука! На черную еще чирик ставим. Поехали. Наконец-то. А вот теперь поехали. Вот, пацаки, я решил в эту тему пошпилить. Оп. Оп. О! Сука. Понятненько. Косарь, интуиция. Оп. Оп. Ого, я интуитивно на бомбу, сука, нажал. Косарчик. Оп. Оп. Сука. Я выиграю. Оп, оп, сука, оно специально мне поставляет там бомбы. Оп, оп, да ну блять, это наебалово. Пацаки, показываю гайд, просто. Ну ничего, мы ставим тупо 5 кусков и поехали. Нахуй эту игру, блять. А здесь мне будет интересней. Поехали. Плея-плея. Два куска выиграл. Хорошо. Выход нахуй отсюда. Мне это не нравится. Вот это, сука. Не, мы отсюда выйдем. Блять. Опа, вот тут кенты играют нормально. Я уже поставил ставку? Сколько? 150 кусков? Ого! Ну ладно. Посмотрим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Изи. И уходим нахуй отсюда. И в итоге, пацаки, я купил все, что я тут проебал. Ну... Казино не казино. Диги-ди-драго. Сука. Где моя малышка стоит? Вот она. Поехали.
Ого, бензина так мало. Ну ничего. Ну, пацаки. На этом эта серия подходит к концу. Да, возможно, она была неинтересная. Я не сделал так, как я хотел. Много факторов мне мешало этому. Но ничего. Вы, главное, смотрите. Я вам обещаю. Дальше будут ролики еще лучше. А с вами был Влад Гантеля. Играл я на Эверест Ролплей. IP в описании. Всем пока.